мало что кому-то в приоритете нужно. Вы знали, знаете, сколько я выступал? Люди не запоминают хорошие действия, люди не запоминают, что ты кому-то уступаешь. Они смотрят, что ты где-то накосячишь, и всю жизнь будут помнить: о, блядь, обосрался нахуй. А то, что ты уступаешь, хуй кто запомнит, когда, блядь. А. Так а что вы решили с квестом? Квестами? Мы решили с квестом, сейчас будет весь трэш. Вот это здесь, вот здесь весь трэш, и пойдем дальше ребро. Так этого мало. Ребят, хастер, подойдите ближе к миликам, пожалуйста. А что за хвост, извините? ПМ делаем, потихоньку уже. Постепенно. ДС-ки убили, насобирали. Да, мы продали ДС, который мы выбили. Продали его в два раза дороже за это же, за те деньги, и которые мы продали. Короче, бары же самое. И купили снова ДС и еще сэкономили. То есть, типа, короче, брызгство, да, 150 тысяч с того ДС примерно. Сашка настоящий белорус, перекупщик. Ну только. Не, я иду настоящим белорусом, если бы. Купил дешевле, в России продал дороже. Я бы был бы настоящим белорусом, если да, бы ладно, сделал... Да, ладно, 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 так как и делаете, блядь, с Польши покупайте тачки, в России продаете, блядь, дороже, так что... Жека, смотри, если бы Санёк был настоящим этим бизнесменом, то он бы продал 8 ДСов за 800к, а он решил их пособирать. Да, Санёк, смотри, уже все на как это белорусский спортсмен, понимаешь, он спортсмен, он быстрее-быстрее все продал, все, чтобы скинуть. А если бы был бизнесменом, он бы, блядь, знал бы рынок, а смог неопытный, молодой еще. Ну, короче, за 40 косарей продали 8 штук, получилось 320, и за 250 купили. Ну, короче, нормальный мув. Я проговорю, шучу, блядь, достаточно белорус. Со смешно. Мистер Бин, ты действия мушки не убирал или не убрал уже? Нет. А они мало дают душ. Они как радиорепы. Ну и что? Так, Джипси Галя. Джипси Галя? А? Только не ливай пока, Джанг. Блять, ливай. Блять, ну Джанг, никогда не ливай в 8 шарфей, да. 10 из 10. Во время боя, точнее. Чё, Джипси? Пиздец, блять, спасибо тебе большое. Джипси, Дексиона, Галя, смотрите, надо что-то с первого босса. Даня, Галя, Лёша. Сразу говорю, я, конечно, не знаю, но походу я ботинки со второго босса заберу. Ребята, это не агрите, пожалуйста, дайте перезвонить. А, блядь, спейте, нахуя? Ну, не надо. Да тихо, идите весь трек собирать, я справа-лево, по очереди. Я заберу такие ремонты. Ладно, уступнем. У меня это с ЛК, смотри, с расчетом на гору мне надо будет ботинки менять. А что, какие ботинки, следи? Да. Вот, блядь, ну диво. Догадрай. Да он пускай в детей забирает. У меня глоры нет, пока она выпадет. Что, блядь? Пошел он в жопу. Давайте. В переносном смысле, блядь. Да хуя ему всего. А у нас восполнения в рейде не будет, да? Восполнения, походу, нет. Чего не будет? Восполнение. Восполнение. Когда висит палец ШП, нужно бить взрывом разума по КД. Тогда будет восполнение. Будет в рейде, но когда я не в танке буду. Саня, ты что, в хапале, что ли? Ну да, какой бред, так вот этот бред без хапала идти. Ребят, подводите трэш из этой за колонны сейчас сразу же. Пульните, зайдите за колонну. Пусть подойдет. Блядь, еще один покинул группу, сука! Да заебали вы клевать во время рейда, во время боя, точнее. Женя, ты чё ревнул? Багайте килбот людям. Не хилить не могут. У меня стоит... может быть, насчет хила не знаю, но у меня стоит, у меня ничего не багается. Вуду багается. Вуду топ-аддон. Ну, я говорю, багается. То поддон. Поддон? Когда топ стоит и не багается, это хорошо. С возрастом начинаются проблемы. Пардон. Даня.
Нужно что-то с первого босса или... Лёша? Джипси? Мне корабли надо только. Корабли и дракон и лич мне нужны. Знаете, пока так пойдем. Представь, лежишь такой в постели с женой. Жена такая говорит, ну давай, давай, блядь. А ты такой говоришь, блядь, писюн забагался, подожди, блядь. Это после 50 я слышал багается. Ну. Баг такой произошел. Песня устала, голубки нет, да? Петь, ты отрезал, сколько тебе душ этой пачки дала? Так же дается по одной душе. Я говорю, за 36 душ за этот весь трэш. А тебе много все надо? 400. Божески. Ну прыгай, Илья, тогда в Элема, если Калинор, который. Чего, вам одного Элема мало? Нет, просто сосуны хапали. Больше я в ретрике буду без проблем. Да, пусть я в ретрике, потому что мне на них... Просто... Мощно. Мне на них просто надо отойти. Давай в ретрике. Пусть Саша будет в ретрике, потому что некоторых боссов мне надо будет пойти перемешка. Думаю, три рычага справится. Давайте справа могу. Ну, пока оставайся в этом. Попали, поздно. Ну, поздно так поздно. Тех задних трех могу привести. Да, давай. Я тонков спрашиваю. Давай, 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 я тебе говорю, давай. Тех, тех, иди. А чё ловушки не взорвались? Где они? Да нафига не им нужен. Ловушки также одну душу дают. Блять, кокон уклоняется, сука. Я его с посоха хотел разъебать, а он уклоняется, прикинь. Читерный. Он же двигается, потому что внутри человек двигается, а вот он уклонился. Еще промах был, значит меткости не собрал я, блядь. Ну, кто-то активировал. А за это а кто-то репу еще качает? Конечно. Нажми, нажми, айбаунд. Я качаю. Коля. А, ну да, это полезно, мол. За большого больше душ дают, да? Нет, нет, за всех по одной душе, даже за босса, только за большого дает в два раза больше репа. А, это я про посох вспомнил. За посох вроде побольше да. него дают. Да, да, да. С посоха там с босса по 50 душ дают. Да. Ну там собрать-то надо сколько там, блядь? 3500. 2500, а, 3? Вообще духу ищу. Там 2500 тебе 3000. Посох только в ХМ-ке выпадает. Да. Ну, посох, короче, ориентирован на прохождение рейда. Причем, если кто-то высосал, то второй уже высосать не сможет. Угу. А ХМ-ку тут либо фармом можно выфармить. И всем. А у вас спингует или нет? Нет, задержка 112, прям золото. Кстати, у меня цены вот цены лага. А я захожу на их 4, все такое ощущение, что я не знаю. Миллион народу просто. А, ну чуть больше, чем 36. Там у меня было 604, сейчас 642, еще вон немного могу. Либо их здесь реально чуть-чуть побольше. Да не пей, просто ты это... Привыкнул. Посчитал не так чуть-чуть. А, ну 46 могу быть, но... Бля, а чё косы не сбиваете? Тут базу. Вот черви сагрели, апокалипсис твои.
Блядь, апокалипсис, уберите червей, Христа ради. Это не мои черви, у меня даже спека такого нету, я вчера поменял. Да. Это подставные, какие. Ой, вам экран, все равно душу кормить. Черви оппозиции, ну. Черви? Какая? Эти, а за тех челиков, которые на третьем этаже возле кораблей... Тоже дают. Тоже за всех дают? По-моему, да. Мы там тоже все зачистим тогда. У нас максимальная репофармерская 20-ка будет. Ну да. Заебись мне, 10-ка репы еще. А там это какой-то нюанс квести, да? Что там, собрать туда? Да, надо убить. На фарме. Еще, по факту 1000 мобов надо убить. Проходим и по боссам. Я уже объяснил, почему мы так делаем. Что целое, когда не потерять с осколками. Да, может что-то не упасть, но... Ну, короче, я так понял, сегодня по-любому мы будем пропускать, потому что если не успеем нафармить, да? Трех боссов. Ну, да, да. Ну и хуй на них, если они не нужны. Наверное, сейчас сидят все думают, вот Петя, блядь, не мог пойти к десятке нафармить себе. Вчера только сделали, были очень дорогие ДС, блядь, все очень дорогие. Да, вот я этого немного не понимал, потому что, типа, десятки гораздо быстрее убиваются трэш. Просто своих же гильдейских, вот так, 10-4, блядь, взять. Блядь. Мы этим занимались, Серега. Я сегодня крикнул в гильду репофарм собрать. Ага, хоть одно дело откликнулось. Я всем нахуй это не нужно. Сказал, поеду, пойду. Че ты начинаешь? А что, да нет, что? Десятку ходили, нет? Ну, что, короче? Я вчера успел 400 душ выформить перед сном. Я сегодня с работы пришел, еще 200 душ успел выформить до этого. Все, у меня больше другого времени нет. Я не могу пойти сейчас на парикофарм, не знаю. Короче, у Санька есть тактика, он и придерживается. Может, она и хуевая, но давайте попробуем. По ней, по крайней мере. Если в чем-то не прав, подскажите. Ну, я считаю, тогда лучше по боссам пойти скипнуть квестовых боссов. И все. А потом, ну, завтра приедем. Можно и так. Давай тогда подумаем, как делать. За все целка не будет этих 400 душ, все равно ему надо будет добивать. Тогда так и сделаем. Возьми, Серега, эти ДДшные фаски на миликов. А мне за СПДшные кидайте. Вадим, не Вадим Сацуна, возьми тоже СПДшные. Петя ДДшные возьми. Мне за Долорана слетать надо. Давайте, пожалуйста. Я закинул Доваран. Поставьте карту. Припот и алкоголь. Припот и... А, ладно. Алкоголь, ладно. Припот и гильдии. Дайте обмен за фласками. А можно бутылку масла одну взять в этом? Да, для Глеба тебе и положили масло. Бери. Из Морски надо что-то с первого босса тебе, Дэн? СПДшные. Пару штук не есть, ладно. Да не важно, там ступни есть, если нужны, ступни нужны, смотри. Иди быстрее только. Все равно их коды никто забирать не будет уже. Сосоны раздашь кулки? Что, все милики уже взяли фласки так быстро? У меня не прокачанные кулки. У меня не прокачанные тоже. Что спрашивает, извините? Спрашиваю, Дэн, тебе или нужен тебе... Что такие нужны первого босса? Все, окей, не нужны, так нужны. Саня, внимай, сумму будем начинать. Я не могу, здесь ублюдки какие-то джифса загородили в Долоране, в этот, в Акримар за припотами побежал. Это Тикарма, за Боб.
Да, бля, ты влетел вперед танка. Где Кадама, интересно? Давно ее не видел. Патик, давай еще матрика. Давай. А то, бля, в муте нахуй. Пизда, бля. Я МКшку под Аксионе закинул. Кто-нибудь из топ-хайп, давай. Ну, Мерсес, точнее, давай в Будрэйвен. Топ-хайп в Мерсес. А. Давай на ва-банк. Бля, мне 24к, не. Саш, ну что там? Ну, я все, тактику ты рассказал. Не знаю. Конечно, что ты рассказываешь. Стоим под жопой. Первая пачка влево, вторая вправо, третья влево, четвертая вправо. Войд, Марухич, Войд Скибиди, точнее, влево, Марухич, Полинор, лапочка вправо. Столик, ебаните. У кого-то, короче, кулаки в полипавере стоят. А, у Мэлика стоят. Ебаните столик. Блядь, ебали мы с этим столиком, на столик, типа. Зачем он? Жрать что-то. Все, готовность на пол. Рыба для этого есть, рыба больше быстрее восстанавливает. Не, между трэшем Кулак бывает, надо очень быстро похавать. А чё, кулака не будет по ДКшкам? Кулак по эпокалипсису. Сейчас всё бомбит. Будет, подождите, бля, я только прилетел. Ага, Кавар крикнет, да ещё. Мы это уже решили. Кулак будет? Я столько сейчас ливнуло. Можно кулак. Извините. Сацун, ты ливнешь в дике из гильды? Ладно, блядь. Ну что там? Все готовы, погнали. А, флаг? Коля. Флаг? Флажки ж раздавали, сказали. Никого? Ну, я сказал, кому кидать. Обмен. Давай, Марухич. Сложнее не стойте. Сам стоишь. Опа. А, вот да? БР, дай ему. Да, конечно. Сразу поднимайте его. Чего не подбегаешь, Ренессанс? Прибахните дестройеру. Не подбежали. Ошибка. Разбейте шип. И разбежались. Распиздись это мореки. Давай, Марухич, Юи, Скипиди, Дестройеру, Полинор по Ховану. Вот мне не стойте. Коля, нажми из баун, пока все сбегают. Не пропили, не убили. Лицо не беги, череп, ты сейчас сдохнешь там. Подбегите, хрип, ханты. Юра опять не подбежал. Вот, закинь ПС-ку, если есть. Следующие шипы нужно будет сразу разбить, там вихрь будет. Разбежались.
Возьми массу кров. Убежал по боссу. Скоро вихрь будет. Мы убежались. Массейф, если есть, Коля, нажми. Ой, ты еще есть поиск, закинь. Нажми Void Gim на ману. Если есть тотем, то ставьте ману какой-нибудь. Тебе тотем ничего не даст. Ману восстановили, лапочки почти ману сделали. О, шея. Да, для машины, которой нет. Серега, начислишь? Да. Поскольку тут? 200. Сейчас. А, я сейчас сделаю перезайду в другую точку. Загрузки сделаю, что-то это самое, какие-то лаги пошли. Так, и Ренессанса надо поменять. Со второго босса кому-то что-то надо? Икстрик, Джипси, Чмыга. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Давай, Икстрик, тогда ты. Вместо Ренессанса. Бля. Тут драка за ней будет, можешь это. Подхильте, я уже пульну. Я тебя хилы где? Надо забить ему, лов. Мирики, не подходить. Лишка, не подходи, Саша, умрёт. Может, у кого-то есть рекаунт, который абсорб пишет? Юй, чекнешь, он написал. Дикей. Короче, Юг. Ага, спасибо. А можно еще чуть пониже обзор показать, сколько я там, мой обзор учитывается? Опа! Так, Саш, а ты единственный попал, выбирай, если нужно. Остальные сейчас перейти нажал. Короче. Я нажал этот, за ним. Нормально, 543 тысячи на обзор. РДшники, сыграйте по черепу. Поезд, если что, Сасуны отдадите. Женя, да. Следующие все боевки, если они рейд не усилят, то уходят.
на продажу, на рыбу. Так, давай сейчас по ИП-шным шмотки тогда. На мейн пока что Вадим не ИП, 250, если кому-то надо. 125. 125, да, нов. Давай его ИП, раз, два, три, кинешь обмен. Дальше. Чех выкидывает? Нет, вроде. Ну, я за диск. Снимать? Да, войду снимать. Да, я завис. Выкинул. Ну, Паша, ты, в принципе, тогда давай здесь в ретрика, а Саня можешь хэпало, если хочешь. И Полинора можно в лему. Тогда так. Был хэпал. Ну, если на Эми будет... Помощник РД добить. Я вспомнил, не скидывать. Да, окей. Я бы штаны на ханта по ЕПшил, если бы был вот. РД добить и помощника, я еще раз говорю. Надо или... А, у меня что-то интернет упал. Хорошо, тогда сейчас песню возьмем, возьмем. Ты в Раске, там можем сейчас по ИП-шне не критичить. Ну, давай, давай, сейчас разберем. С панами, давайте, в принципе, разберитесь там сами через чат рейдовский. В гильдию не пши, пши в рейд. Этот, выпали штаны, вот эти. 250 тарт в Раске, и мы в ИП. Ну, или кому-то еще можно... ЕПшти якобы. Ну, ЕПшти там Серега и какой-нибудь вейпом по команду. Ставят они там что? Да, Раска 444. Почему это 500? Раз, 500, 2, 500. И чему это говорю? Стрелкнуть просто. Нити. Нити. А почему ты засумонишься? Раска, может, залагал? Минус, напиши, если ты не продолжаешь. Это 4 четверки, странная цена. Ну, если залагал, вернется, да. Напишет. Этот, на бедреньки пока по ИП-шкам танковские, с первого босса. 250. 250, честно. 250. Раз, два, три. Кидай обмен. Кольцо. То же самое, 250 на мейн. Раз. Я в хапалу скачусь? Да, давай, хапала, Полинор в Элема и Пахлаван в Ратик. Так, Полинор. Страхолиты. Бета-тестера снимаю? Да, 200 тестер, бета-тестер. Пацаны, страхолиты у кого-то есть такой, и этот, и Камень Ночи, и СПД Дух Камень. Давай потом, Войд. Это не так важно. Сейчас будем... так, Коля будет в танке справа, Серега слева, первая, вторая пати бьет справа боссов, только Чмыга ты напуливаешь дестройера его слева. Четвертая, третья пати слева плюс Чмыга. Мистер Бонд напуливаешь в Юи. Сацуне, Скибиди хилят слева, Войт, Марухи, Чвапочка справа. Шмыга. Ставьте кап, смоните шмыгу. Да я уже не надо, я уже в инсте. Ну ладно, быстрее будет. Страхолит, гляньте в сумке. Сколько за врезание дает? Кайф не спорит. Но. Че, блядь? Нет, нихуя. Это не хэм, идите нафиг. Готовность.
Страхолин ГБ есть, так и чеки. Потом дам, сейчас не важно. Сейчас все готовы, погнали. Иди сипляйте босса. Так, следим за духами, пожалуйста. Учитесь не ловить, топ хэмки, пиздец, тяжко будет, если будет правильно. Скоро мобы выйдут. ДБМ не пах. Серега, давай ты команду, мне ДБМ не пах. Там, когда контроль. Папочка, если что, будешь отдавать контроль, ты. Сбежали с лужи. Мрачный, как он прятается с контролем. А пока лаза за контроль. Дайте ветерки. Милишный моб. Милики убейте сзади. РДСники тоже чуть рассредоточьте, чтобы на всех уже сразу не кинулось. И милики тоже вокруг босса рассредоточьте. Лужа сейчас будет, вышли. Да не бойтесь, я не убил, на пуха снимается. Чтоб тебя не убили, знаешь, главное. Секунд выйдет, и сразу контроль будет. Законтролите человека, потом будете бить трэш. Помогите грипану справа. Ты первый грипану. Папочку, блядь. Не убейте его, главное. Нормально, блядь. Забейте, Эрдру никого не убьет, пусть бегает. Мы убьем. Там не убьет. Я специально дубовку хожал, думаю, блядь, нагибата. Да Лейнер по скибиди. Контроль через 5, готовьтесь контролить сразу. Смотрите там с ОУЕшками аккуратно, стопайте уже, без ОУЕ. Будет Рейвен за контроль. До конца ветерка держи. Трэш через 10 секунд. Справа трэш добейте. Много трэш. Миколе, айсбаунд. Фидикей прохильте. Где заводишек? Фидикей. Фидикей контроль. Быстрее. Бьет. Головка не в КД. Так что контроль тебе сразу. Да, говорит. Будем стопать. Не успеем. На 10% стопайте. Стоп по боссу. Стоп, сейчас трэш выйдет. Выходит трэш, после этого контроль будет через 5 секунд. МК. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах. Фики законтрольте. Добивайте справа трэш, переводите босса. Кастеры, не убейте себя, правда. Сейчас следим за дух. За духами. Веру. Иди в центр сразу. За духами следим. За духами. И контроль через 5 секунд. Духи, один в РДД, один в мили, лечите. Уже уйдите. Определенно законтрольте. Нажми глыбе. В мили. Дух в мили. И в РДДшников идет, в Будрейвен или кого-то там, еще в РДДшников второй идет. Малучки, ну, вот в мину один идет и на чмыгу. Надо свою. Ее есть айсбаунд, отдай. Марухи сейчас законтрольте.
мили. Саня, и... пробежишь айсбаунд через 4 секунды своей сокрой. 2, 1. Нажал. В мили один идет, и второй на Сасуне. Бета-тестер свалил. Мили один. И один за... Чмыга, чмыга. Убегай. Чмыга, убегай. Хорошо. Следите за духами, пожалуйста. Контроль. Удрена. Так. Хорошо, далеко появились. Дух один мой. В мили идет один. Смотрите милики аккуратно. Добивайте босса просто. Да пусть чучится духом. Женя, выбеги глому. Один идет. Уф. Что за... Что ты делала? Что за покемон? Ой, бля. Бля, я только вчера камни вставил в новые перчатки. У меня на прошлом когда такое было. Если будем пробегать, трэш, как бы этот... Будем пробегать, давай. Ханты, там, локи, смотрите, чтоб сейчас, когда поднялись, чтоб не побежал сразу первый трэш бить. Серега тоже 200 начислил. Враска надо что-то следующего бота? Или... А, джипси нужно было. Или не сам. Скинем обои следи, все. Меня этот, да... Меня засумоните. Так, короче. Это говно за 10 ЕП. Дальше 100 будет, если кому-то надо. Может, на успех там что-то кому-то надо. Уже комбат висит. Там и дракон. А вы что пробежали-то дракона, блин? Так, Марсес 10. Раз, два, три. Тогда кинешь потом обмен. На ПВП Рогу. То же самое, давай за 10. Потом скажи. Душепоглотитель бьет дракона? Опять да. Мистер Бон, забираешь, да? Не надо, не надо. Ну, тогда на расту пойдет. Мы же все равно планировали их зачищать. Не, уже не будем. Подумали, что нецелесообразно по времени. Кому Марсес 10 с ним? Да, и перчатки нет, Танечка, 125. Ну, 125, да. Нормальная шмотка. Раз, два, три, окей. Меня засмоните тогда, чтоб я не заагрил там никого. Что-то я не успел. Цепани там страхолит кто-то. Сейчас я возьму с ГБ. А, у меня КД банк. Я поставлю. Так, джипси было. Перенесите джипси, пожалуйста, в эту группу. Джипси нужно набери корабли. Пусть заходит. За колечком. Так, возьмите все ранцы и не забудьте. Так, Мерсес. Да. И Санечка тоже кинет мне. Рибахните там бета-тестера, на рыбу. Ну, кидай, Санька, обмен. Да-да-да. Благодарю. Блин, про что режим браться стоял? Я сейчас так чихнул. Вы бы все оглохли просто. Все, готово, значит, на запуск. Все ранцы надевайте. Кто танчит Мурадина? Мурадина Юи потанчит. Серега на нашем корабле. Гламур? Жень? Да я тут не вижу, просто не выскочил. Рыбу поесть, я там кто не ел. И бета-тестеру в полриба. Шел рыбу затыкали, я недавно ее поставил. Она улетела? Она уехала. Да, я понял.
пушки распределили? Давай, лапочка в одну. Вон, чмыга, ну, нормально. Тоже становись им обои. Нормально. Пусть так стоит. Ведь скажешь, из-за этих мобов дают. Эх, смотри. Ну, на рейде не давал. Нет, не дают за них. 5, 4, 3. Мне просто самому интересно для общего развития. Мне не дают сами. Не дают. Я ДБМ обновил, так он еще и разговаривает интересными словами. А, это не как он в Карихейм матерился. Он такой сюда. Но не нашим. Но он прикольный, короче, обновление у них вышло. Матершинную озвучку поставь, там вообще весело будет. Как это сделать? Перелетели все. Убивайте всех на пробе. Магу вышел маг сыграть. Еще одного мага подождем, третьего. Потом уйти. Что воет зубы за ты неспокойно. Хотя он как-то и не падает вообще. Сань, аккуратно. Да я сокрою давал. А. Понял. Последнего мага убьем и улетим. Скинем стаки. Не напрягать его. Только я не понимаю, где стаки-то показываются? У меня вот ноль. На Мурадине. Саш, посмотри, там... давай подожди, встанем, пожалуйста. Давай проверим, сколько мы выдержим, Саш. Торопитесь. Ну убьем, Саш, я отхилю. Ну давай. Давай. Что зубы есть? Ну, я-то уверен, что выдержу, но просто будет напряжно. Да не напряжу, вот его сейчас 40 стаков, а его еле-еле пробивает. Сейчас по половине хп. Если Саня стопнет хил, пизда ему. Коля, Войт, приготовь зубы. Пока не закидывай. Юю, скажешь, когда не будет прожимать, я зубы дам. Ну давай до конца, если зубы еще есть, то в принципе до конца можно. Я мог его поменять, у меня прожимки есть. Они захотели проверить, выхлить или нет. На нем не закастуй гимномана. Ну давай, наверное, зубы уже больно как-то. Дал. Похвала, не бани ему каплю. Он на другом корабле. Сейчас мага убиваем, и надо будет сваливать. Ну вот мага убьем и свалим. Так, лапочка, вы закинь Инер по Сасуне. Саня, подойди на край корабля, если ты перелетел. Убили мага, сразу валим. Войт, если ты на другом корабле, тоже... Хотя ладно, все нормально. Так, из замены кому-то X-Freak, Враска, нужен орк. Окей. Поменяю. Блин, ну добейте.
12 секунд, 2% у корабля было вражеского. Это что за фигня? Сундук. Короче говоря, 70 стаков он Юи спокойно держит, так что может стоять не прыгать. Ну, все, сейчас будет знать. Я опять ему кашку над Оксилоном. Вы у Дрейвана еще им кашку закиньте. Сундук не открывайте, пока Сунэ не телепортнется. Я тут уже. Тут я вроде... Блять, ну говно выпало, говно, говно. Ну... Джим... Не, кольцо нормально. Кольцо бисло. Серега, 200 давай. Кольцо-то вообще мощное так-то. Так, давайте сразу с него начнем. Кольцо. Батл. Нет, одно кольцо такое. Не запускай, что ты? Подождите, в раску присумайте, я выйду. Да, в раску. Сум? Поставьте шкаф. У кого, листочмы? Ага. Листочмы? Спиди 5. Давай, похоже, можно на замену из Морски заходи в дружку, Вадим может на этого напало. Нет, а не просто кто-то будет вообще. Будет. Ты из Морского засмотрите. Давайте. Нет, нет, если, ну, если больше там 1000, я не буду давать. Да, заходи уже на Пала, похоже. Из Морского там, в Ардурку. У него все-таки мейна, у тебя замена. У тебя точнее твин. А ты в Ардурке пойдешь из Морски. Прыгай в Ардурку. Мне тут больше рипа нужно, я бы. Хотя, ладно, давай просто в коте Полинор прыгни в Варшаму. Ну, после босса прыгни в Варшаму. Иди заходи на этого, на паладина. Я в ретрике. Хорошо, ты в ретрике. Хорошо, будешь в этим тогда. Не Эрдружка, ну ты понял. Так, так, потом. Саш, поставишь рыбу, пожалуйста? Да, сейчас, все придут. Джипси 6 раз, 6, 2, 6, 3, дай мне. Джипси? Дальше, две такие шеи выпало. В теории, но в спек хилам. Но если кому-то надо, то парольте на мои 250 раз, 2, 3, но в спек нужно. Марухич там и так далее. Ну такие пасти, если нужно, 125. 125 скибиди, раз, 2, 3, кидай меньше. Какая такая же шея за 125? Ну, кому-то надо? Раз. У Сацуны. Или у Сереги, не помню. У меня. Из Морски. Засумоньте из Морского. Из Морски ты в коте, если что. Похер. Сумму из Морского и Сацуны обмен сразу кидай. Ну, да, Джипси, оставайся. Надо Юра с босса что-то, Ренессанс. Быстрее только. Я и сам, я признаюсь, я, ребят, шею взял для ПВП, если вдруг кому-то что-то надо. Охуй, если надо для ПВП, можете тоже. С Орка надо что-то, Юра? Все, окей. Купите рыбу там еще раз, если кто не ел. На ПВП еще шея за 125 надо кому? Если бы надо, вы уже бы сказали, смотри. Ну, готовность на пол. Да, дайте масло, пожалуйста. Возьми в ГБ. А есть там? Да. Петя, думаю, придет. Без него.
запускаю босса. Вадим, еще 100 в ретрике может быть. Следующего босса схватало прыгнуть. Наберите РДДшники раньше 12, все пропишите, тут меньше было раги. И петов тоже можете скинуть вот туда, куда мы обычно скидывали. А на пулы можно по ретрику? Не надо, блядь. На пулы будут на ретрику. Ладно. По АДК можно просто. Все, тогда без истерии в Федике не кидайте на соревнования. Вот это нечестно. Мы же не истерии. Мы даже не можем дать. Если кто, Саня, на пол не работает. Санечка, на пол не работает с крыльями, если что. Только после крыльев. Крылья раз в две минуты. Ну так если кто после крыльев, тащи на пол. Не надо. Да ладно, давай, чтобы честно все было. Все, все, честно, да, мне есть мнение. Покажите всем, пожалуйста. Гера с пула будет или как? Да. Так что по истерии дать кому-то член? Да, 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 да. Кому? Кому захочешь, Серега, хоть магу. Магу? Давай, сейчас тебе закину. Давай в иллюзию вызывай, блин. Когда поездку скажешь. Да, скажу. После Геры, по-любому. Мы с Герой не работаем. Ох, сука, напрокал. Если можешь, кидай мне гиннер, приз. Закидывай Геру. Ой, Геру... Ну ты понял, пэт. Еще Гера не прошла. Ну, сейчас закончится, сразу закину. Блядь. Но? Ты далековато. Сыну. Нормально, май. А ДКшки точно соревнуются? Какие-то слабые. Ты ему истерики? Это истерия? Он ее купил. Он не покупал. Блять, ну печу не догнать. Дрэйвен, не надо, не души. Упс, сука, обогнал. Пугу у меня долго нет. У нас 500 дп. Не, ну очки я не должен проиграть. А, хотя у него еще... Армяли. Какого хуя, блядь? Боб Даки? Нет. У меня макро стоит, мне похуй, можешь давать. Диван дома. О, лишь не сам разберется, если что. Сейчас, как запутка начнется, сейчас, блядь, сейчас, да. Уже началось, все, половина. Истерии по мне у меня нет, экзекут. На пулу еще есть. Против быстро вон, да. Можно по мне истерию. Хотя я ее не люблю. Лучше не надо, я сам спать. 15 секунд истерии. Сационы. Дикей. Погнал. Да хотел бы она нахуй, блядь. Там кто-то вниз спустился, ниже спускается. Какой-то ДК. Это Робер на пулю. Я проебал болезнь. Ой, Андруха, сейчас я тебя тоже отгоню. Посади, ты где? Ч
Короче, вайбнемся. Вот снимал по ассоциану, блядь. Сука. Жми, Коля. Может, дыму по ней закинуть, Войд. Только Гомур сейчас сдохнет, и мы вообще, блядь, проебёмся. Гомура поднимите. Нахуй, блядь. Саня, ты мне должен, понял? Воля. О. Я вот одно заметил, когда я ЕП сливаю, падает то, что мне надо. Ну, я бы... Короче, ДПС примерно одинаковый был бы, если бы он эти болячки не просрал, и истерии на мне не было бы. Что-то... Здесь у меня писа на одной секунде беснула, я хуяю, блядь. А это жадность называется, Федик, жадность. Я всегда так делал. Ну, давайте ЕП же самое интересное тогда. Все, я могу... Там, ребят, пробегите, пожалуйста, Владимир. Уже. Ну, решайте сами, либо ты, Санька, вхапал, либо Вадим вхапал. Давай я устал, что-то уже после этого босса, у меня рука уже болит. Квестик. Я его вхапал, а пока у 10. Раз, Васка 11. Давайте Вальку за Агрину убьем. Пробежал. Так и сделаем, давай так и сделаем. 11, раз, 2, 3, кидай обмен в Раска. ГЦ. Че, волю ролили? Да. Только подождите, чтобы все портанулись сюда, чтобы мы в 10 тел не били. Портуйтесь быстрее, портал открытый. Дальше химсот. Порти, портуйтесь сейчас быстрее. Изморский 1000. Раз. Женек 1500. Не душите вы друг друга, блин. Ну, вы, конечно, сами смотрите. Токенов, куда хуя. Два, изморские. Раз, два, три. Кидай обмен, Дэн. Слышишь, Славчик?